всем с детства наслышаны о далеком и загадочном Египте, о реке Нил и величественных пирамидах, о молчаливом сфинксе и фараонах. Сейчас эта сказка становится доступной для каждого. Отправляемся в путешествие вместе с компанией X-Tour. Египет – крупнейшая страна Арабского Востока. Она занимает уникальное географическое положение на стыке трех континентов – Африки, Азии и Европы. И омывается теплыми водами Средиземного и Красного морей. Здесь исключительно благоприятные климатические условия. Около 300 солнечных дней в году, поэтому туристический сезон здесь не заканчивается никогда. Только в Египте можно увидеть уникальный подводный мир с экзотическими рыбами невиданной окраски. Экологически чистые зоны отдыха, обилие свежих фруктов, разнообразие восточной кухни и неповторимый облик городов, что делает Египет мировой туристической меккой. Ежегодно его посещают около 3 миллионов туристов. А еще это колыбель древнейшей цивилизации, где находится третья часть исторических памятников мира. Эта страна до сих пор остается загадкой, которой можно прикоснуться. Словом, Египет – это солнце и постоянное лето, чистейшее море и красивейшие коралловые рифы, великолепные отели и пляж, нескончаемое количество развлечений и неповторимая восточная экзотика. Посещение Египта вполне доступно для каждого. Это одно из самых популярных туристических направлений. Ежегодно эту страну посещают 1000 туристов, из них немало украинцев. Главной причиной выбора Египта является простота оформления виз, гарантированные места на рейсах и очень низкие цены. X-Tour предлагает поездку от $300. В цену включен перелет, трансфер, страховка, проживание в отеле. Перелет в Египет длится не более 4 часов. Въездные визы оформляются в аэропорту по прибытию. Это стоит $15. После этого автобусы X-Tour подвозят всех гостей к выбранным отелям. Отели Египта, окруженные пальмами и золотыми пляжами, могут действительно на время стать вторым домом. На территории расположены многочисленные рестораны, бары, пиццерии, которые порадуют доселе невиданными блюдами. Отлично проработанные развлекательные программы повеселят и детей, и взрослых. Ответственный, дружелюбный коллектив аниматоров всегда способен показать что-нибудь новенькое и непредсказуемое. За каждым отелем, вне зависимости от отдаленности от моря, закреплен свой пляж, где можно взять лежаки, зонтики, матрасы, полотенца и заказать напитки. Что касается пляжей, то в Египте они бывают песчаными и коралловыми. Чистейшая вода Красного моря позволяет видеть дно на большой глубине, и тем не менее можно наступить на коралл или морского ежа. Во избежание таких неприятностей рекомендуется приобрести специальную обувь, стоимость которой $2-3. Некоторые отели расположены достаточно далеко от центра. В таком случае вам придется пользоваться местным транспортом. Удобнее и дешевле проехать на мини-басах. Они ходят довольно часто, но из-за отсутствия постоянных остановок их надо ловить на дороге. Оплата за проезд фиксирована – около 30 центов. Также от отдаленных отелей по вывешенному в холле расписанию ходят автобусы, проезд на которых составляет $1-2. Такси – достаточно распространенный вид транспорта в Египте. Но о цене лучше договариваться с водителем заранее, во избежание неприятных сюрпризов. Стоимость проезда в зависимости от расстояния начинается от $2. Также можно взять машину на прокат. Стоимость достаточно высока и варьируется от $50 в день. Для аренды автомобиля нужно иметь международные водительские права и залог. Но необходимо убедиться в том, что автомобиль полностью застрахован. Но поскольку в Египте практически не существует правил дорожного движения, ездить самостоятельно довольно рискованно. Местная валюта – египетский фунт. Но во многих местах вы можете расплатиться долларами. А вот евро здесь лучше не использовать, так как курс этой валюты почти всегда сильно занижен. И не забывайте, что в обменниках при отелях курс намного хуже, чем городский.
Блюда египетской кухни отличаются острым вкусом и обычно готовятся с использованием большого количества различных специй и соусов. Большинство блюд – это смесь сырых или вареных овощей с мясом. Кстати, блюда из мяса обычно очень острые и сытные, а разнообразие рыбных блюд просто огромное. Очень вкусные многочисленные закуски. Египтяне в неимоверных количествах потребляют самые разнообразные виды чая и кофе, а также каркаде. Десерты очень сладкие и обычно приправляются большим количеством крема, орехов, масла и меда. В целом, кухня Египта весьма разнообразна и для европейца будет настоящим открытием. Можете быть уверены, в Египте скучать вам не придется. Здесь есть развлечения на любой вкус и кошелек. Например, аквапарк. В последнее время в Египте активно развивается их строительство. Абсолютно всем посетителям, вне зависимости от возраста, будет чем заняться здесь. В аквапарке можно найти все, от небольших горок до экстремальных аттракционов. Посещение обойдется примерно в $25 для взрослого и в 10 для ребенка. Не менее популярное развлечение – прогулка на квадроциклах или джипах по пустыне. Обычно такое мероприятие становится комплексной забавой. После полутора часов езды на квадроциклах вам предложат проехать верхом на верблюдах и поужинать у бедуинов, а также посмотреть шоу с народными танцами. Стоимость такого развлечения – от $50. Можно провести день в море, позагорать и половить рыбу, которую вам приготовит повар прямо на корабле. На Красном море прекрасная рыбалка. Можно удить рыбу и обычной удочкой, и спиннингом. Если повезет, то на леску может попасться не только мелкая рыбешка, но и что-то более солидное. Стоимость рыбалки порядка $60. Сюда включен обед и прохладительные безалкогольные напитки. Для того, чтобы увидеть красочный подводный мир Египта, не обязательно быть дайвером. Путешествуя на лодке с прозрачным дном, вы можете посмотреть разнообразные кораллы Красного моря, увидеть его обитателей – дельфинов, черепах или иглокожих морских огурцов. Стоимость двухчасовой экскурсии – $20. И, конечно, на Красном море неограниченные возможности для разных видов водного спорта – водных лыж, виндсерфинга или водного парашюта. Вы еще не прыгали с парашютом и боитесь, но хотите почувствовать эти ощущения? Попробуйте водный парашют. Это не опасно, но очень захватывающе. Стоимость около $40. Не менее веселое занятие с зарядом позитивных эмоций – катание на водном банане. Обойдется оно в $15. Ну и, конечно, дайвинг. Именно ради него многие приезжают в Египет. Акваланг – краткий курс обучения и неповторимый мир дикой и прекрасной природы Красного моря перед вами. Места для погружения выбираются самые интересные. Исследовать морские глубины вы будете вместе с опытными русскоговорящими инструкторами. Затем вас ожидает вкусный обед на корабле. После прохождения соответствующего курса вы даже можете получить международную лицензию. Стоимость дня под водой – $65 для взрослых и 35 для детей. В целом, египетские курорты живут нормальной, привычной для европейца жизнью. Нет запрета на употребление алкогольных напитков, европейский стиль одежды не вызывает неприязни у местных жителей. Все-таки следует помнить, что Египет – это восточная страна со своими особенностями. Чтобы избежать навязчивого внимания египетских мужчин, не следует одеваться слишком вызывающе. Кстати, излишняя любезность здесь также может быть воспринята как флирт. Поэтому, получая удовольствие от отдыха, не забывайте о специфичности страны. Нельзя сказать, что вы видели Египет, не побывав в наиболее известных исторических местах. Собираясь в поездку, не забудьте взять с собой паспорт и, конечно, видеокамеру. Вас интересует древняя культура Египта? Гробницы Тутанхамона в долине царей, храм царицы Хатшепсут, гигантские статуи фараона Аминхотепа? Тогда ваш маршрут в Луксор. Одно из самых увлекательных путешествий, которые может предложить вам Египет. Луксор и Карнак –
Два храмовых комплекса, соединенные колоннадой, до сих пор поражают своим величием и красотой. Луксор сегодня – один из крупнейших музеев в мире под открытым небом. Современный Луксор расположен в 400 милях от столицы Египта, на месте древнего города Фивы, который был центром античной культуры. Фивы звали Ставратом. Так велик был этот мегаполис, чья история уходит в глубину тысячелетий. Луксор разделен на две части Великим Нилом. Восточный Луксор – город живых, посвященный солнечному богу, которому египтяне поклонялись на протяжении тысячелетий. Здесь жили фараоны, знать, жрецы. А на западном берегу Нила встречает закатные лучи город Мертвый. Это гигантское кладбище, высеченное в скалах, с погребальными храмами и усыпальницами. Именно здесь находится долина царей и цариц, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Иначе этот памятник называется долиной фараонов. В продолжении экскурсии на восточном берегу Нила вас ожидает ресторан с обедом. Поездка в Луксор из Хургады занимает целый день с раннего утра до поздней ночи и стоит примерно $55 для взрослых и 30 для детей. Из Шарм-эль-Шейха в Луксор возят только на самолетах. Экскурсия для взрослых обойдется в $200, для детей – в 180. Чтобы увидеть одно из семи чудес света – пирамиды, следует отправиться в Каир. Как и многие древние исторические города Востока, Каир – город контрастов. Здесь мирно сосуществуют и уживаются высотные здания и хижины в картонных коробках. И это только подчеркивает историческое наследие и этап развития современной истории. Прямо из города можно увидеть могущественные пирамиды, которые по праву считаются главным достоянием этой страны и символом туристического Египта, поскольку притягивают миллионы людей с разных континентов планеты. Когда говорят о египетских пирамидах, чаще всего имеют в виду именно великие пирамиды Гизы, которые очень отличаются от небольших пирамид, разбросанных по другим некрополям Египта. Незабываемые экскурсии на пирамиды – это прекрасная возможность отдохнуть и расширить свой кругозор. Однодневная экскурсия из Хургады в Каир обойдется в $60 для взрослых и $30 для детей. Из Шарм-эль-Шейха – на $10 дороже. Обед в ресторане с видом на реку Нил входит в стоимость. Кроме того, вы можете посетить Национальный Каирский музей, один из старейших и разнообразнейших музеев мира. Помимо самой большой действующей экспозиции, посвященной временам правления фараонов, в нем также собраны и другие интересные образцы греко-римского периода Египта. В настоящий момент коллекция музея насчитывает порядка 150 миллионов экспонатов. За один день осмотреть все просто невозможно. Тем более в составе экскурсионной группы на осмотр музея у вас будет всего 1,5-2 часа, поэтому выберите для себя приоритетные цели для осмотра. Музей открыт ежедневно с 9 до 16:30. Стоимость входа составляет около $3,5. Еще около $6 дополнительной платы придется заплатить за вход в зал мумий. Путешествуя по Каиру, обязательно загляните в старый город на рынок Хан-эль-Халили. Это основное место в Каире, где совершаются покупки, и главенствует здесь древний восточный ритуал торга. Нужно сбивать названную цену, насколько это возможно, активизировав все свои драматические навыки. Здесь можно найти бусы, серьги, браслеты, египетскую национальную одежду, посуду, изделия из хлопка и керамику, традиционные амулеты, сувениры, парфюмерию, специи. Но будьте осторожны и не покупайте ничего, что может разочаровать вас подделкой. И помните, что это не поход за сувенирами, а просто приключение, от которого нужно получать заряд адреналина. Недалеко от Каира, на побережье Средиземного моря, находится второй по величине и значению город Египта – Александрия. Город был основан еще в 331 году до нашей эры Александром Македонским и назван его именем. Египетская царица Клеопатра правила страной из Александрии. Одно из семи чудес света, Фаросский маяк, простоял здесь более 1000 лет и постепенно был разрушен землетрясениями. Сейчас на месте вооружен форт Кайт-Бей, ставший новым символом Александрии.
Отдельной экскурсии в Александрию нет. Посещение города происходит в рамках двухдневной экскурсии Каир-Александрия. Стоимость экскурсии для взрослого составляет $150 и $65 для ребенка. Есть в Египте и христианские святыни. Монастырь Святой Екатерины вот уже более 1400 лет находится в центре Синая среди величественных гор, практически прямо у подножья горы Моисея. Монастырь был основан в честь святой мученицы Екатерины, которая проживала в Александрии и была казнена императором за свою веру. По преданию, тело Екатерины вскоре после казни исчезло и чудесным образом было перенесено ангелами на самую высокую точку Синайских гор, которая теперь носит ее имя. Экскурсия в монастырь Святой Екатерины стоит $35. Стоимость включена в обед. Также можно пройти по следам Моисея. Паломничество на гору, где по преданию Господь передал Моисею скрижали с 10 заповедями. И встретить рассвет на высоте более 2000 метров. Говорят, что побывавшему на горе Господь отпускает все грехи. На самом верху горы построена небольшая часовня, посвященная Святой Троице. Фрески в часовне описывают жизнь Моисея. Подъем на гору непременно делают затемно, чтобы первыми встретить рассвет, поэтому эта экскурсия начинается поздно вечером. Путь на гору не близкий и дается нелегко. Рекомендуется взять теплую одежду, легкую еду и напитки. На гору Синай экскурсии устраиваются только из Шарм-эль-Шейх. Стоимость $35 для взрослых и $20 для детей. Доход большинства местных жителей – это туристы, поэтому каждый будет пытаться вам что-нибудь продать или предложить. Многие здесь используют всякие спекуляции и ухищрения, чтобы только вы зашли вовнутрь магазина. Я хочу показать, что мне сюда. Я хочу написать русский реклама. Предлагают подарки, кофе, сладости и прочее. Подарки для русской, потому что она красивая. Если вы не желаете совершать покупку, отказывайтесь культурно и с улыбкой на лице. В целом, совершать солидные покупки лучше в больших магазинах, где на все товары есть сертификат. Купить же сувениры можно в любом маленьком магазинчике, коих тут огромное множество. Вы будете удивлены, но большая часть ассортимента произведена в Китае, но визуально египетский стиль выдержан. И не забывайте торговаться. Я не скажу 18, не 20, я скажу только $15. Цену в сувенирных лавках можно снизить чуть ли не втрое. Что же привезти из Египта? Более египетского сувенира, чем папирус, придумать просто невозможно. Но будьте осторожны, Египет наводнен дешевыми подделками из рисовой бумаги и банановых листьев со штампованным рисунком. Купить его можно от доллара. Цены на качественный папирус начинаются как минимум от 3 за самую маленькую картинку и могут достигать нескольких сотен долларов за большие полотна. А покупать их следует только в специализированных магазинах. Интересно также алебастровые статуэтки, подделки из дерева и полудрагоценных камней. Различные вазочки, пепельницы из нефрита, оникса, малахита или подделки под них. Также туристы покупают ароматические масла. У нас есть здесь очень натуральное качество, духи натуральные, без вода, без мелка, без ничего. Ну и конечно кальян. Минимальная стоимость настоящей египетской шиши, так в Египте называют кальян, $25. Не менее ценными будут покупки из золота и серебра. Грамм золота в Египте стоит $10-15, серебро втрое дешевле. Цены на изделия очень разнообразны. И снова напомню, остерегайтесь подделок. Египет – страна солнца, знойной пустыни, необычайной красоты подводного мира Красного моря. Мифическая, удивительная страна древнейшей цивилизации с величественной загадочной историей, исчисляющейся тысячелетиями. Она очаровывает и завораживает. Египет стоит того, чтобы побывать там хотя бы раз.